Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в Леруа Мерлен. Это Леруа Касино. И я предлагаю вам пройтись вместе со мной, посмотреть на товары. Первое, что меня заинтересовало, наклейки 3D, белые бабочки, 260 рублей. Наклейки с блестками переливаются, со стразами. В интерьере такие использовать будет очень красиво. Шесть бабочек. Интересная большая настольная лампа. Стоит она 2250 рублей. Цоколь Е27. Показывая лампу, увидела наверху вот такие люстры потолочные, светодиодные. Та, что поменьше, стоит 10 158 рублей. И та, что побольше, 18 884 рубля. Они большие. Вот это примерно 50 сантиметров, а это около метра диаметром. Торшер 5250 рублей. Рядышком стоит попроще 1626 рублей. Покажу вам с этой стороны этот торшер. Вот тоже интересный торшер. В стиле лофт. 7998 рублей. Вот такой вот огромный с 5 лампами. 5445 рублей. Какие интересные люстры. Овальные, квадратные, треугольные. 9750 рублей. Абсолютно все. Вот еще тоже интересные. Вот это стоит 13 413. Вот это 6 351. 7 917. 6 157 рублей. И еще общим планом покажу вам тарелки. Цены, конечно, так не видно. Но давайте, к примеру, вот эта люстра стоит 3998 рублей. Вот эта люстра наверху стоит 3050 рублей. Та, что выше, 4318 рублей. Вот какая большая, красивая. 13 611 рублей. В компанию к тому торшеру вот такая люстра 3645 рублей. Люстра попроще. Общим планом вам также покажу. Может быть, кого-то что-нибудь заинтересует. Вот такая красивая люстра. 2050 рублей. Меня просили сделать обзор на рулонные шторы. Я вам покажу, что есть у меня. У меня на кухне висит вот такая штора. Они бывают разных размеров. Высота у них у всех 160 сантиметров. А ширина разная. От 40 до 1 метра. И, соответственно, цены вы видите. Также все эти шторы есть в разных расцветках. Что вам будет нужно, что вам интересно. Есть шторы, пропускающие свет. Вот эти шторы, которые у меня, вот оно видно, что она не пропускает свет. На самом деле она немного пропускает. Она у меня висит на кухне, и когда солнышко светит сильно в окно, то есть свет немножко проходит, но не критично.
Здесь уже, конечно, что надо вам. Надо, чтобы не пропускало, значит, выбирайте из более плотных и дорогих материалов. На втором этаже у меня висят вот такие рулонные шторы. Да, красиво. Это самый дешевый вариант в Леруа. Но, к сожалению, я с ними оплевалась. Даже несмотря на то, что мы их уже прикрутили ко всем рамам, они все равно падают. Когда ты открываешь, закрываешь шторку, и они все кривые. Те коричневые, которые на кухне, с ними вообще никаких проблем. Тоже мы их прикрутили на винты, и все. Есть вариант их, если у вас створка открывается, подвешивать на створку. Сейчас попробую посмотреть. Так, ну тут не видно. Здесь их просто посадили на скотч двусторонний, да. Ну, вообще, на открывающиеся створки там есть крючки сверху, и вы можете их одеть на саму створку. Вот эти не берите однозначно. Кривые, косые, свет пропускают. В общем, ужасные шторы. Вот она, эта штора на моем окне. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вот я ее поднимаю. И она идет вся в кривь и в кость. Все, заела вот с этой стороны. А штора до конца еще не поднята. Все кривое, все косое. Так что эти шторки самые дешевые я вам не рекомендую. Плюс из-за того, что заедает, начинает ткань разваливаться. Покажу, какие еще есть дизайны. Вот они сверху все показаны. Это уже не рулонные, это римские шторы. Уже немножко другая история. Там, по-моему, сверху липучка должна идти, на которую вы приклеиваете саму шторку. Ну и обычные жалюзи. Так, давайте по ценам немного. Так, огромные просто шторы. 1,80 на 175. Цены вы все видите. Шторы за ними вот стоят. Это как раз которые полосатенькие. Вот такие. И разные тоже размеры. Есть 1,40 м, 1,20 м. Цены. Да, конечно, я вам сейчас показываю не самые бюджетные варианты. И вот эти... вот эти однотонные сейчас вам покажу, тоже по ценам. К примеру, 40 на 160, blackout, то есть она не пропускает свет. Белые, серые, 608 рублей. Вот приедете, когда в Леруа, смотрите, если написано blackout, значит штора не пропускает свет. Здесь уже более дорогие пошли, несмотря на то, что это ликвидация остатков. Блокирующий свет вот тоже для вашего удобства. Все есть. Цвета абсолютно разные на любой вкус. Каждый себе тут подберет. Вообще рулонные шторы вещь хорошая. Мне очень понравилось. Еще немножечко пройдусь и пойдем дальше. Тут уже более бюджетные варианты. Есть даже за 398 рублей. Если вас не устраивают рулонные шторы, здесь большой выбор тканей для тюлей, для штор. За отдельную плату вам их пошьют. Смотрите, какая интересная ткань. Это тюль. 878 рублей метр. Я сейчас прикуплю себе еще 2 метра вот такой ткани для коробочек. У меня из этой ткани шторы я сама себе шила. И делаю коробочки для игрушек, для книжек. Вот использую такую же ткань, чтобы все было в едином стиле. И, как всегда, огромный просто выбор подхватов на любой вкус. Цены достаточно гуманные.
Вот какие красивые. 140, 163 рубля. Есть более классические варианты с кисточками. 143, 178 рублей. Есть жгуты. 181 рубль, 178. Тоже цены вполне гуманные. Есть заколки для штор. Крючки для полотенец 34 рубля, 5 штук. Какие классные рукавицы кухонные. 18 на 28 сантиметров, 85 рублей. Металлические подставки для губок 11,5 на 9,5 на 9 сантиметров, 155 рублей. У подставки есть поддон. Также подставки для столовых приборов 115 рублей с поддончиком. Гибкая разделочная пластиковая доска 111 рублей, 35 на 25. Комплект полотенец к прихваткам 47 на 61 сантиметр, 2 штуки в комплекте, 130 рублей. Полотенце двух цветов. И еще один вариант. Есть даже фартуки 170 рублей. Салфетки ПВХ 26 на 41 сантиметр, 21 рубль.